сезонный зал временного хозяйства. Пообедали. Это чудесный суп рыбный. И жареное пареное, свежайшее. Здесь можно ловить рыбку. Лов рыбы 100 рублей с человека. Такое красивое местечко. На сегодня дождливый день. Макушки в помещении, не на улице. Здесь есть места для ловли рыбы. Поймал, могут тебе приготовить, почистить, приготовить. Или сам приготовь на мангале. Уточки тут живут. Такие беседочки на улице. Можно их арендовать на целый день и отдыхать здесь. Ловить рыбку. Чудесное место. Очень хорошее обслуживание. Вкусно приготовленная форель. Все ухоженное. Котам тут живется, наверное, неплохо. Такой жирный кот. Ему тоже, наверное, форель перепадает. Ах, кися. Ах, кися. Ой, как красиво. Вот тут рыбку ловят или тут кушают? Ну, я там лишь на берегу, как места там лишь. Там урны стоят, мусорные, и все это. Нам сказали, что в этом пруду ловится не только форель, а еще и самы. Вчера поймали амура 8 кг. Я представляю, что это была за рыба. Сазанчики ловятся и разных размеров сомики. Этот пруд с естественной подпиткой. Здесь много родников, которые пополняют этот пруд чистой водичкой. Но форелька, ну действительно, очень вкусная, даже сладкая. Пошел дождик. Много беседы. Около каждой беседки мангал. Дрозды. Какие тут птички. Сысарки, наверное. Ой, какие красивые. Здесь еще цветут пионы.